Всем привет! Агния Барто. Дело было в январе. Дело было в январе. Стояла елка на горе. А возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо, встречает волка под горой. Зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасться в лапы волку? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, повисли, как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Было в январе. Подумал он, что на горе украшенная елка. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!